знаете, сегодня я хотел бы, чтобы мы вместе с вами открыли Евангелие от Луки, 10 главу. Не так давно у меня была проповедь, которая называлась «Один в океане». Я проповедовал и использовал жизнь одного человека, его звали Слава Курилов, который в 1974 году, путешествуя на круизном лайнере, который назывался «Советский Союз», в тропических водах он прыгнул в воду, чтобы уплыть, как бы убежать из Советского Союза, уплыть на острова филиппинские. Вот. И он думал, что он окажется там близко, в нескольких часов, а оказался практически трое суток в океане. И в эти трое суток удивительные вещи с ним происходили. И об этом вы можете более подробно узнать, когда посмотрите эту проповедь, она есть в интернете, «Один в океане» называется. Но я хотел бы прочитать из книги Славы Курилова один рассказ, о котором я вот в той проповеди не упоминал, не зачитывал его. Так вот, послушайте, что он пишет. «Со мной случилось что-то, что не могло быть ни сном, ни галлюцинацией. След этого события остался во мне на всю жизнь. Я запомнил его, потому что его нельзя было не запомнить. Так сильно человека не может изменить ни бред, ни сон, ни видение. Я оказался в просторном доме, который сначала был пуст. Я обошел все его комнаты, одна была больше других, с длинными лавками вдоль стен. Только я направился к выходу по узкому коридору, как столкнулся с группой людей, мужчин, женщин, одетых в длинные светлые одежды. Я почувствовал себя неловко вначале, я совершенно не помнил, как оказался внутри дома, и не мог бы объяснить им мое вторжение. Но они как будто нисколько не удивились моему появлению и встретили меня сердечно и приветливо. Я не берусь описать ту жизнь. Я был счастлив там, как никогда и нигде больше. Во всем ощущалось божественное присутствие и в этих людях, и в природе, и во всей атмосфере той жизни. Наши души были полны любовью. Мы общались без слов, будто читая намерения друг друга. Понимание было абсолютным. Времени не существовало, не было ни прошлого, ни будущего, всегда одно счастливое настоящее. Я жил среди этих людей долго, может быть, годы. Несколько раз я терял это счастливое состояние и тогда оказывался среди высоких волн в ночном океане. В эти минуты я ощущал глубокий душевный перелом, какие-то необратимые явления в психике и во всем теле. Я переживал потерю чего-то бесценно чудесного. Каждый раз, когда я находил себя в океане, я понимал, что сбился с курса и плыву в сторону от шума прибоя. Я прислушивался, менял направление и тут же возвращался обратно. Иногда я оказывался в океане всего на несколько минут, как будто меня посылали для того, чтобы я выправил курс. Оттуда, из другого мира, океан казался сном, и я быстро забывал о нем, вернувшись. В один из дней мы собрались в просторном зале за большим столом. Что-то необычайное происходило вокруг, и я чувствовал, что центром этого происходящего был я. Я видел обращенные на меня взгляды, в них была любовь и напутственное ободрение. Это было похоже на церемонию прощания. И тут, прежде чем я успел понять что-либо, стены комнаты стали трескаться и раскалываться на части. Какая-то могучая сила сорвала меня с места и швырнула в ночной океан с кипящей и светящейся водой. Мне было не до самоанализа, но каким-то внутренним чутьем я ощущал, что стал совсем другим человеком. Вся моя прежняя жизнь отделилась от меня за то время, как я был в другом мире. Там я будто родился заново. У меня не осталось ни единого неприятного воспоминания, никаких отрицательных эмоций. Все душевные раны, а их было немало, затянулись. На мне больше не висел груз прошлого.
Человек, не испытавший этого, даже не подозревает о его тяжести. Наверное, все мы, кроме детей, носим в себе маленький ад и в сознании, и в подсознательном. Все это было так, как если бы я мог взять с полки книгу, просмотреть ее и спокойно поставить обратно. А эта книга была вся моя прежняя жизнь. Вы знаете, я когда вот читал об этом духовном переживании Славы Курилова, я вспоминал слова Иисуса Христа: «Должно вам родиться свыше». Или еще один из переводов: «родиться снова», «родиться заново». Кто не родится свыше, не родится заново, не может войти в Царство Небесное. Вы знаете, мы из рождения свыше нередко делаем обычный обряд. То есть, что такое родиться свыше в религиозном сознании? Человек стал частью нашей церкви, он стал нашим прихожанином, значит, он родился свыше. Человек вышел, и его, или его вытолкали вперед в конце собрания, он здесь впереди сказал молитву покаяния, все, он родился свыше, теперь приходи к нам каждое воскресенье, ты родился свыше. И таким образом люди становятся прихожанами церквей, называют себя христианами, причем в разных церквах, в разных конфессиях, но при этом, смотришь, они живут старой жизнью. То есть они как жили, так и живут. Разница только в том, что у них теперь есть новое дело по воскресеньям. Они приходят на собрания. Ну, может быть, еще по вторникам приходят на домашние группы. Ну, может быть, еще, когда у нас какие-то семинары, четверговые собрания, они и туда приходят. Но, в принципе, они также полны недовольства, обиды, раздражения. И сегодня христиане точно так же агрессивны, как и весь остальной мир. И возникает вопрос: а в чем же это проявление нового творения? В чем же ты другой человек? Ну, в чем ты стал? В том, что ты просто ходишь в церковь раз в неделю? В том, что ты называешь себя христианином? В том, что ты о Боге можешь говорить, потому что там ты слушаешь проповеди и что-то узнаешь? Но когда смотришь на жизнь человека, а что поменялось? И иногда происходит, знаете, такое осознание, как будто вот я хожу в церковь, я стал давно христианином, я считаю себя рожденным свыше, но... чем я отличаюсь? Такой же заботливый, такой же суетливый, так же бегаю, так же переживаю, у меня мучают точно такие же страхи. А где же Бог? И какой Бог? Я очень много о Нем слышал, очень много узнал о Нем, но узнал ли я Его самого? И знаете, я абсолютно убежден, что рождение свыше – это намного больше, чем просто обряд, чем ритуал вхождения человека в церковь, чем просто умственное согласие. Раньше я думал, Бога нет, а теперь я думаю, Бог есть. Просто ты раньше думал так, сейчас думаешь иначе. Все, что поменялось, это твои мысли, а жизнь? Но Библия конкретно говорит, что верующий – это не просто человек, признавший Иисуса Христа. Это не просто человек, который имеет дома Библию и читает ее иногда. Верующий – это новое творение. И вот Слава Курилов говорит: я осознал себя вот этим другим человеком, как будто вот старая, как книга, поставилась на полке, и теперь все новое. Он говорит слова, которые во многом соответствуют то, что говорил Иисус или говорили апостолы. То есть, драгоценные, рождение свыше – некая реальность переживания Божьего присутствия, некая реальность встречи с Господом. Вот что такое рождение свыше, а не просто обряд, а не просто ритуал. Когда люди родились свыше, походили в церковь, потом они ушли из церкви, разродились свыше. Так что ли? Нет, реальность рождения свыше навсегда сделает тебя совершенно другим человеком. Это намного больше, чем религия. Это намного больше, чем членство в какой-то религиозной конфессии, в христианской деноминации. Это новая жизнь. Жизнь в осознании великого присутствия, великого бытия, великого царя царей и Господа всех господствующих. И, драгоценные, не случайно вот то, что говорил Иисус, Его слова, вот, я думаю, многие из вас, читая впервые Евангелие, обратили внимание, что многие слова Христа как вызов. То есть вот ты читаешь их и понимаешь, что если делать, как Иисус говорит, то невозможно жить по-старому. И это очень страшно.
Например, Иисус говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Кому непонятно? Понятно. Кто из вас не заботится? Кто из вас ничего не запланировал на завтра? Или на следующий, я уж про послезавтра не говорю, грешник. Кто? Или, например, там, ну какие еще можно взять слова Христа? Не заботьтесь о завтрашнем дне. Или... А? Что? А, про щеку. Вот классное место. Тоже суперское место, да? Про щеку, про щеку, да? Ударили тебя по одной щеке, обрати другую. Кому непонятно? Всем понятно. А кто из нас так делает? Для этого и нужны проповедники, чтобы ты продолжал жить по-старому, но считал, что с тобой все нормально. То есть так истолковать, чтобы ты считал, что ты делаешь, как Иисус говорит, но при этом не менял свою жизнь. Потому что если воспринимать и слова Иисуса Христа просто и прямо, ты не можешь остаться старым человеком. А мы не хотим быть новыми людьми. Ну кто из нас хочет другую щеку поворачивать? Любить врагов? Кто из нас хочет ничего не заботиться? Как это не заботиться? Тут такая жизнь, что невозможно не заботиться. И мы заботимся. Мы обороняем все наши щеки и не только щеки. Мы ведем войну с нашими врагами. Но при этом мы убеждены, что мы рождены свыше и ходим в церковь, и у нас все хорошо. Кто-нибудь может скажет, пастор, ты что, хочешь заставить меня сомневаться, что я рожден свыше? Вот собрание. После него ушел и не понял даже, я христианин или кто? А мне кажется, хороший вопрос. Ты христианин или кто? И вот та история, которую я хочу сегодня прочесть, она тоже вот из разряда таких, для которых нужны проповедники, чтобы их истолковать, чтобы не загрузился ты сильно. Чтобы ты продолжал жить, как живешь, но как бы понял, что эта история, она как-то... В общем, в твоей жизни все нормально в отношении этой истории. Давайте откроем, значит, Евангелие от Луки, 10 главу. И вот прочитаем с 38 стиха. В продолжении пути пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же ответил ей, сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Вот знаете, вот знаменитая история. И если ее читаешь впервые, то как-то немножко не понимаешь Иисуса. Иисус, ну послушай, если бы там Марфа приготовила, села в уголке и стала одна тихонько есть, понятно было бы твое возмущение. Но она же для тебя старалась. Ну это же естественное желание. Вот голодный мужчина после пути пришел в Вифанию. Что нужно сделать его прежде? Накормить. У нас даже в сказках, помните, когда добрый молодец оказывается в избушке Бабы-Яги, и Баба-Яга начинает с ним вести диалог, там что-то его спрашивать, расспрашивать. Добрый молодец говорит: «Ты, говорит, сначала меня накорми, напои, баньку растопи, постель разбери, а уже там поутру будет виднее, тогда уже и спрашивай меня». То есть поесть, попить, отдохнуть, выспаться, а потом можно и разговоры разговаривать. Нормальное желание. И поэтому Марфа, она совершенно с уверенностью, что она права, пришла к Иисусу и говорит: «Иисус, вот смотри,
Вот нас две здесь сестры, я и Мария, да? И вот, а Иисус же, он не ходил один. У него там только апостолов 12 мужиков, да? Тоже голодные. Вот. И с ним еще люди ходили. То есть сколько там было? Ну, сколько-то их там было. И вот одна женщина бегает с кастрюлями, с ложками, с поварешками. Вот, и говорит, ну, слушай, Иисус, ну вот это сидит тут и себя изображает такую духовную, да? А на самом деле лентяйка, просто помогать мне не хочет. Ты, пожалуйста, ей скажи. Но что интересно, Иисус стал не ей говорить, что было бы естественно. Он, если бы он повернулся к Марии и сказал, «Мария, Мария, накорми меня, напои, баньку растопи, потом садись у ног моих вместе с Марией и будете вдвоем меня слушать. Вдвоем приготовите, быстрее поедим, быстрее я начну свой рассказ». Да? А Иисус ничего не говорит Марии. Он поворачивается к Марфе и говорит, «Марф, это не Мария чего-то не поняла, это ты чего-то не поняла. Ты заботишься и суетишься о многом». Вы знаете, вот интересно, что само слово «суета» – это еврейское слово «хевел». Значение этого слова – пар, ничтожность, иллюзия. Как написано в Библии, что жизнь наша – пар, являющийся на малое время. То есть суета, когда все твои мысли, все твои поступки и дела направлены целиком на земное. И что интересно, это не просто говорится о работе, там, о семейных каких-то бытовых проблемах, это также может касаться так называемого служения Богу, то есть нашей работы для Него. Ведь она же для Иисуса что-то делала. И получается, можно что-то делать для Иисуса, но при этом не иметь связи с Иисусом. Можно ходить в церковь и петь песни для Иисуса, но не иметь реальных взаимоотношений с Иисусом. Можно читать слова Иисуса, там по плану читать Евангелие, но при этом лично, реально не знать Иисуса. Можно считать себя последователем Иисуса, носить крестик и называть себя христианином, но при этом не иметь реального общения с Иисусом. Поэтому смотрите, что Иисус и говорит, ты заботишься, суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Все мы хотим в своей жизни иметь что-то настоящее, незыблемое, что у нас никогда не отнимется. Но реально то, что у нас есть, мы однажды все потеряем. Ты можешь там копить деньги, зарабатывать хорошо, радоваться, купить себе за место двухкомнатной трехкомнатную квартиру. За место трехкомнатной квартиры свой маленький дом какой-нибудь за городом. И быть счастливым. Но я тебе хочу сказать, что однажды у тебя это отнимется. Ты останешься без дома. Даже если не столкнешься с какими-нибудь черными риэлторами, однажды это случится. Ты можешь думать, ой, как Бог меня дивно сотворил, любоваться на себя в зеркале, думаешь, какой я чудесный, ну просто какой красивый. Я на свете всех милее, всех румяней и белее. И приходишь в церковь, ну просто королева. Но однажды, королева, твое тело у тебя, благая, неблагая весть, отнимется. И ты потеряешь его. Мы его возьмем, понесем, похороним, и ты будешь лежать. Так тихо. Машина, которую так любишь, помыла ее, думаешь, ой, сверкает такая. Ни у кого в церкви такой нет. Красивая, новая машина, у всех старые, у меня самая новая. Однажды отнимется. Все, что мы имеем, однажды отнимется. Но есть что-то, что Иисус говорит, благая часть, которая не отнимется вовек. И это общение с Богом. Это некое взаимоотношение с Ним, что выходит за границы религиозной жизни, общественной деятельности, социальной работы, христианского служения, что-то большее. И то, что ты что-то делаешь для Иисуса, участвуешь активно в каком-то собрании, служении, такой активист, церковный общественник, это еще не означает, что ты имеешь вот эту благую часть.
Мария что-то познала, что-то пережила, чего так и не поняла Марфа. Что самое важное – это познать Его великую реальность. А чтобы познать Его великую реальность, нужно остановиться и сесть у Его ног. Но самое страшное бывает как раз остановиться. Мы боимся остановиться. Пока я остановился, мои конкуренты-то меня обгонят. Хорошо, пастор, ты говоришь, там, выехать за город на неделю. Я бы сам этого хотел, но, извини, я должен делать бизнес. А у нас тут, понимаешь, жесткие условия. Конкуренты меня поджимают. Я должен бежать изо всей силы. Иначе я упущу прибыль. Иначе я не смогу там достичь того, что я мечтаю достигнуть. Поэтому я хотел бы поехать, но, извини, сейчас не могу. И мы вот в этой гонке, мы все бегаем. То, что называется вот этот суета. Иллюзия, пар. Мы так в этом погружены, что для нас это какая-то великая реальность. И когда мы слушаем рассказы, там, вот сестры, там, они пережили там какие-то вещи, мы думаем, ну это, конечно, все хорошо, но вот она, реальная жизнь, вот она, со своими жесткими законами, со своими твердыми правилами. Поэтому ты, пастор, лучше нам объясни, как нам продолжать жить вот этой обычной жизнью забот, дел, проблем, и при этом не чувствовать угрызения совести, когда мы читаем историю про Марфу и Марию. Объясни нам это. Так вот, используй какие-нибудь греческие и еврейские слова, чтобы мы не меняли свою жизнь и при этом чувствовали себя нормально в церкви. А не получится так. Потому что новая жизнь со Христом – это действительно новая жизнь, это другая жизнь. И центром этой жизни является связь со Христом. А эта связь невозможна без таких остановок. Когда ты останавливаешься, как написано в Ветхом Завете, «Остановитесь и познайте, что Я – Бог». Остановитесь и познайте, что Я – Бог. Как понять остановиться? А потому что Бог не будет работать с тобой на бегу. Но, Господь, сейчас время-то скоростей. Мы должны бежать все время быстрее, 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 быстрее. Сейчас уже мы должны быстро. Еда должна быть быстро. Пища должна быть быстро. Машины должны быть быстрые. Все быстрее должно быть. Мы не можем останавливаться. Сейчас такое время. Хочешь жить, умей вертеться. И ты вертишься, 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 вертишься. Бежишь, 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 бежишь. И при этом вот на бегу прибегаешь сюда в воскресенье и говоришь: Господь, вот сейчас по-быстрому пообщайся со мной. Благослови меня, и я дальше побегу. Я не могу здесь долго останавливаться. Вы понимаете, для всего, даже когда мы нуждаемся в каких-то внутренних изменениях, например, тебе нужна операция, там у тебя что-то такое ненормальное, и тебе нужно прооперировать, да, и ты приходишь к врачу и говоришь: доктор, извините, я деловой человек, у меня время, деньги, поэтому я тут ложиться в стационар, тут что-то лежать не могу. Вы знаете, я вот по утрам бегаю, так вот вы, пока я бегу, можете бежать рядом со мной и по-быстрому в течение вот этого часа, как я бегаю по утрам, сделать мне операцию? Или я вот на велосипеде катаюсь, вот, пока я вот еду с горы, вы можете меня там быстро прооперировать? Или я пока там на беговой дорожке, там, или на тренажерах, там, или пока штангу там поднимаю, вы можете меня быстро прооперировать? Это же смешно. Прийти в больницу и сказать: знаешь, давай я прооперирую по-быстрому. Вот я буду ехать в машине, там, переговоры, а ты вот мне срочно там разрежь живот, там, зашей что-нибудь там, пришей. Нет. Для операции ты должен оставить свою жизнь, лечь, и вот там, когда ты лежишь и успокоился, отдел своих, вот так тебя будут оперировать. И у нас в голову не приходит врачу говорить, как нас надо и когда нам нужно оперировать. Но Богу мы это говорим: Господь, у меня вот такая жизнь, вот я быстро, вот пока вот сейчас я вот несусь туда, давай быстро благослови меня, какое-нибудь там откровение дай, ну и не знаю, наполни чем-нибудь там, чем тебе там... Чего там у тебя излишне на небе? Я дальше побегу. И потом мы замечаем, что для нас христианская жизнь – это просто посещение церкви, как таковой духовной реальности.
Мы не знаем, мы с ней не соприкасаемся. Слава Богу, есть богословы, которые тебе объяснят, так ты рожден свыше, а почему? Ну, ты же в церковь-то ходишь. Ну, в принципе, хожу, ну, а что ты думал? Ты рожден свыше, и ты новое творение. Думаешь, да я еще старое творение, да? Так как в Библии написано, кто во Христе, новая тварь. Ты смотришь, я вроде, конечно, и тварь, но больше старая такая тварь. Тебе говорят, ничего, ничего. Веруй, что новое. Ты же верующий. Веруй, что новая тварь. Ну, я старая тварь, верую, что новая. Ну, и ты веруешь. Так трудно веровать. Трудно. Ведь ты старая тварь, по сути. Ну, приходится верить. И ты веришь, у кого-то лучше, у кого-то хуже получается, что ты новая тварь. Вот. И знаете, наступает такой момент, когда вот верующие, они словно опустошены. И поэтому, когда мы смотрим на историю церкви, вот на 2000 лет истории церкви, мы видим, что христианами были начаты немало войн. Много войн было начато прямо из-за Христа. Мы видим крестовые походы, гонения, инквизиции, которые были вдохновлены верующим, христианскими лидерами. Мы думаем, что же это такое? Что же так сильно-то христианская жизнь церкви-то отличается от того, что мы читаем в Евангелиях? Сильно отличается, потому что мы стремимся, может быть, формально быть верующими и формально быть христианами. А настоящая вера – это когда ты останавливаешься от дел своих, садишься, как Мария, у его ног. У тебя есть эти моменты, есть эти удивительные минуты, когда ты просто перед ним. И это должно быть регулярно, регулярно. Когда ты понимаешь, что у тебя что-то есть намного больше, чем просто земные заботы. Знаешь ли ты это? Переживаешь ли это в своей жизни? Или ты просто довольствуешься быть прихожанином и через 2 часа ухожанином из церкви? Это реальность. Реальность. И вы знаете, и вот в это порой очень трудно поверить. Мы верим, что Бог мог общаться с Исаией, с Давидом, с Иезекиилем. Пророки вообще не были странноватые люди. Так своих детей бывало назовут. Вставай, Екатеринбург, грядет пробуждение, например, дать имя своему сыну такое, например. Ну, это же мы бы все удивились тут, да? Пророки называли. Или там могли лежать много-много дней на одном боку. Чего лежишь? Да за город мой лежу, за страну мою лежу, чтобы Бог спас ее. Ты что, ты лежишь, да? То есть чудаковатые были люди. А мы-то нормальные. Поэтому с нами Бог и не общается. С нормальными. И такие чудаковатые люди. И ты думаешь, ну, чтобы Бог общался, нужно быть вот таким чудаковатым немножко. Чудаковатые пророки, такие апостолы, такие подвижники, тоже какие-то они своеобразные были. А я нормальный человек, я просто прихожу в церковь. Я просто слушаю, я просто ухожу. Но когда, знаешь, однажды ты поймешь, Господи, это, конечно, здорово, что ты встречался с пророками, с апостолами, с Авраамом, с Давидом. Это здорово, что ты общался с Ноем. И я, конечно, очень благословлен, когда я в Библии читаю обо всех этих удивительных встречах. Но я хочу, Господи, чтобы ты также со мной мог встретиться. Я хочу, Господь, чтобы ты мог меня наполнить своим присутствием. Я ведь верю, что тоже твое дитя. И я хочу знать тебя не через посредников, а лично. Ведь для того и пришел Иисус Христос, чтобы открыть нам путь новый и живой во святое святых небес, куда мы идем благодаря Его драгоценной крови, а не просто исполнять религиозные обряды и ритуалы. Вот это новая реальность. И ты знаешь, тогда сразу же слова Христа звучат как вызов. Вызов не только для нашей мирской греховной плоти, но и вызов для нашего религиозного сознания, для наших вот таких зашоренных мозгов. Как со мной лично? Да не может быть меня. Нет, может быть, я просто достоин читать, как ты, Господи, с кем-то там встречался давным-давно. Но чтобы ты здесь и сейчас встретился со мной, Боже, ну это что-то такое невероятное. И мы автоматически исключаем себя оттуда. Как так? Ну а почему ты не встречаешься? Для этого Бог и дал нам эту историю в Священном Писании. Потому что ты заботишься и суетишься о многом. Ты живешь вот в этой иллюзорной жизни, которая как пар. Все, что ты делаешь ради этого пара,
и пропало уже, и снова делаешь. Опять там какой-то пар, пропало, и снова, и снова, и снова, и снова. Вот и звучат тебе слова Библии: остановитесь и познайте, что я Бог. Время остановиться, остановиться и познать. Да не заработаешь ты всех денег мира. Чего бы ты ни достиг, вы поймите, никогда полноценно не будешь ты этим удовлетворен. Ведь Иисус для того и пришел, не просто чтобы создать еще одну мировую религию. Вот была одна мировая религия, до него созданная Сиддхартхой Гаутамой, буддизм. И после него была еще создана одна религия, Мухаммедом, мировая религия, ислам. И он создал христианство и думает: вот я третий. Иисус не умирал ради создания новой мировой религии. Он пришел, чтобы показать нам новый и живой путь, как мы можем реально иметь взаимоотношения с Ним. И мы видим, что это именно Он и передал апостолам, которые переживали Его, они просто были религиозными служителями. Когда мы читаем того же апостола Павла, который пишет, что соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Я специально попросил, чтобы принесли, да, принесли воду. Поставьте, пожалуйста. Вот мы купили специально в магазине масло. О, спасибо. Масло, и вот у нас есть вода. И вот знаете, очень часто мы думаем: ну хорошо, пастор, хорошо. Ну как встречаться? Как это встречаться? Бога не видел никто никогда, написано в Библии. И это так. Физически мы не можем его увидеть. Почему? Ну потому что вот, знаете, если мы возьмем и нальем вот воду, я думаю, вы помните, это из школьной программы часто делают. Вот вода. И вот в эту воду мы нальем масло. И мы знаем, что плотность воды, масло разное, это разные субстанции. Хотя, видите, я вот наливаю масло, и оно вроде бы так льется. Я пытаюсь его перемешать, даже вот специально перемешиваю, 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 чтобы смешать масло и воду. Но буквально через несколько секунд снова, видите, масло поднимается кверху, а вода снизу. Их не перемешать. Точно так же, вы понимаете, наша плоть, она настолько слабая, спасибо, настолько временная, что она никак не может смешаться с Богом. Бога не видел никто никогда. Почему? Бог есть Дух. Поэтому Иисус сказал: и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в теле и в песне. Что такое поклоняться Богу в теле? Как нужно правильно молиться? Пастор, вот если я вот так вот встану. И знаете, вот мы очень много думаем, вот искать Бога, это вот ночь, окно, луна. Мир спит, но не я. Я в это время на коленях и вот так стою, вот так. Глаза закрыты, на лице такой нежный румянец. Все спят, а я молюсь Ему. Или лучше вот так вот. Вот так я весь вот в этом во всем. И знаете, и мы начинаем думать вот сразу о физическом, да, плоть. Вот. И вдруг ты замечаешь, вот так вот стоишь, ничего не происходит. Ты уже прямо и так. Может быть, в церковь пойду, и там как-то вот мы все вместе, так как такую песню так споем. Вот. А не смешивается. И ты думаешь: так вот, сейчас вот так вот так напрягусь, Господь, во имя Иисуса. Открою глаза, и везде ангелы. Открываешь глаза, и ничего. Та же самая комната, потолок.
Ничего не происходит. Часто мы думаем, наверное, ну ладно, в теле какие-нибудь мысли великие с небес должны ко мне приходить, мысли, и ты начинаешь думать там, Господь, откройся мне там в моих мыслях, читать книги, ну чтобы мысли это были, надо же книги какие-то читать, вот читаешь книги про веру, там изучил исторический путь Иисуса, там какой-нибудь изучил книги, там всякие богословские, и столько много узнал о Боге. Но однажды ты поймешь, вот читаешь, и порой от этого чтения только твое эго раздувается. Я столько всего знаю о Боге. Теперь хоть кому расскажу. Но вдруг наступает момент, когда ты поймешь, да, ты много узнал о Боге, а самого Его не узнал. Почему? Потому что Бог говорит, мои мысли, не ваши мысли. Как небо выше земли, так мои мысли ваши выше мыслей ваших, и мои пути выше путей ваших. Как ты со своим ограниченным разумом пытаешься понять безграничного Бога? Он просто не вместится, даже если ты академик академиков и профессор профессоров. Не смешается масло и вода. Они разные. Бог есть Дух. Так если получается, тело не может его увидеть, услышать. Разум не может его осознать. Пастор, а как же я могу с ним общаться? Поэтому Бог и вложил Дух, который и есть твоя внутренняя глубинная сущность. И этот Дух, который Бог вдохнул, и ты стал душой живой, это Дух той же самой природы, как и у него. Не случайно апостол Павел написал, мы причастники божественного естества. И соединяющиеся с Господом, что? Становится одним духом с Господом. У тебя твой дух, сливаясь с Духом Божьим, соединяются, где уже даже трудно понять, где ты, где он. Кто это? Новое творение во Христе. Вот это внутреннее глубинное слияние. И для этого внутреннего глубинного слияния мало просто читать хорошие христианские книги. Мало просто набивать свою голову знаниями. Нужно остановиться и быть предельно честным перед Ним. При этом тебя могут упрекать даже твои ревностные, суетливые братья и сестры, которые бегают с тарелками, чашками и говорят, ты чего, мы тут бегаем для Иисуса, стараемся, столько делаем всего, а тебе что, ты тут молишься Иисусу, не нашел лучше времени, когда нужно сейчас трудиться, и мы все трудимся, сколько прямо всего работы-то надо сделать. Все надо делать. И никто не поспорит, надо. Жатвы много, делать или мало. Никто не поспорит, надо делать. Но только дело в том, что наши дела без вот этого внутреннего стержня слияния превращаются просто в религиозную деятельность, которая приносит не столько любовь и единство, сколько споры и разногласия, чего сегодня переполнен христианский мир. Споры и разногласия. Найди два христианина, будут три мнения сразу же. А как нужно правильно верить? Нет, не так. А как ты молишься? Ты неправильно, а я правильно. А как ты веруешь? Ты неправильно веруешь, я правильно верую. Меня так научили, а тебя так научили. Тебя неправильно научили. Почему? Это потому что тебя так научили. А меня правильно. Почему? Это меня. И мы убеждены в своей правоте. И мы даже не понимаем, что вместо того, чтобы познавать Христа, мы с помощью религии усиливаем свое эго. А апостол Павел говорит, уже не я живу, мое я, мое эго. Эго с латинский я, по-латински я означает. Оно умирает, и Христос живет во мне. А что ныне живу во плоти, да, Бог не забирает нас, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня.
То есть, когда ты един, вот этот путь Марии, это не путь постоянной пассивности. Мария тоже может служить, но это уже не религиозная деятельность. Это словно Бог начинает действовать через человека. Это уже не ты живешь жизнь, а жизнь проживает тебя. И уже не я живу, а Христос, который есть путь, истина и жизнь, живет себя через меня, проживает себя через меня. Это и есть новое творение, когда ты понимаешь, ты другой человек. И для тебя, не как для плотских христиан, вот этот мир реален, а тот мир, ну, он, конечно, есть такой, ну, вот где-то там. Когда ты познаешь Бога, ты понимаешь, вот тот мир реален. Как вот Слава Курилов писал, вот словно чувство, вот там настоящая реальность, а здесь какая-то вот эта суета, иллюзия, пар, куда Бог меня помещает на какое-то время для своих целей. Но, как написал апостол Павел, я посажен на небесах во Христе Иисусе, наше жительство на небесах. Ты понимаешь, что ты един с Ним, и ты живешь на земле, чтобы Он являл Себя через тебя. И тогда ты можешь быть светом этому миру и солью земли. Остановитесь и познайте, что я Бог. Это другая жизнь, это другой уклад, это другие ценности. Но христианство – это и есть совершенно радикально другая жизнь, новая жизнь, жизнь, наполненная светом небес, единение с Ним. И послушайте, даже если ты себя считаешь очень таким рациональным человеком, очень прагматичным человеком, встреча с Господом не зависит от твоей эмоциональности. Каким бы ты ни был, каждый из нас может лично переживать Его, встречаться с Ним. Для этого мы помимо общих богослужений проводим молитвенные собрания, ночные молитвенные, вот такие выезды молитвенные. Я там с самого начала сказал, здесь у нас не будет целыми днями мотивационных проповедей, огненных собраний. Я не буду накачивать вас. Я просто буду сидеть вместе с вами. Нам нужен Он. Мы так много слушаем людей. Нам нужно единение с Ним. У нас есть Дух внутренний, который может слиться с Ним. И мы будем одним Духом с Господом. И эта благая часть никогда не отнимется у нас. Все отнимется. Тело отнимется. Имущество отнимется. Однажды мы со всем этим расстанемся. А вот слившись с Господом, это мы никогда не потеряем. Это есть настоящая вечная жизнь. Помните, Иисус сказал, вечная жизнь – это что? Да знаю тебя. Вечная жизнь – это не богословская доктрина. Я хожу в церковь, значит, у меня вечная жизнь. Я стал христианином, я сказал молитву покаяния, значит, у меня вечная жизнь. Это не теория в голове, это реальность. Да знают тебя. Вот что есть вечная жизнь. Да знают тебя. И вы знаете, сколько бы об этом мы ни говорили, сколько об этом ни проповедуешь. Вот как одна из сестер рассказывала об этом молитвенном выезде. Она говорит, это трудно передать словами, потому что любые слова, они не могут донести вот то, что там происходит, когда ты встречаешься с Ним. Мы можем лишь вот махать руками, как-то пытаться это выразить, понимая, насколько это невозможно. Я уже вот в конце года буду 25 лет, как проповедую Евангелие, как мы начали церковь в конце 91-го года. Но даже я столько раз проповедовал, сколько там сотни проповедей за это время. Я не знаю, как это передать. Это что-то такое внутреннее, невыразимое. То, что происходит между тобой и им. Невидимое слияние.
И после этого слияния то, что ты делаешь, это тоже отличается. Это не то, что ты теперь все время только и сидишь. У нас некоторые сестры говорили: пастор, как нам жить теперь после этого? Одна христианка ко мне подошла и говорит: Виктор, как мне жить после... Вот мы вернемся в город, как после вот того, что я там пережила, как мне жить теперь? Хорошо нам быть здесь. Сделаем, пастор, 3 кущи. Тебе отдельно, конечно. 2-я для братьев, 3-я для сестер. И будем здесь находиться, пока деньги не кончатся. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 12 глава. Евангелие от Иоанна, 12 глава. И прочитаем с 1 стиха. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним». Вот знаете, Марфы не меняются. Ну, думаешь, ну, может, как-то он не в настроении, под горячую руку попало. Как у нас служители, они иногда так, что говорят: пастор в настроении, можно там идти с вопросом или нет? Может, он что-то не понял, недопонял. Это всегда ты недопонял, пастор всегда понял. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда приносили. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда». Видите, пребывание у ног Иисуса, реальные личные взаимоотношения с Ним, общение – от духа к духу, как написано в Псалме, бездна бездну призывает. Это внутренняя, безграничная, вот эта вода живая, которая внутри тебя, твой возрожденный дух, словно наполняется Духом Божьим. Вы дайте мне бутылку с водой, пожалуйста. Вот если мы возьмем твой сосуд. Спасибо. Вот твой дух, и словно вот бездна наливается в тебя, да? Дух Божий и соединяющийся с Господом. Спасибо. Суть один дух. Где тут ты заканчиваешься, где тут он? Видите, картина отличается. Вы словно сливаетесь с ним. Он наполняет тебя, и ты ощущаешь. Он словно воздух, который ты дышишь. Как воздух для птиц, так для тебя, Господь, атмосфера. Только в нем ты почувствуешь реальность настоящая. И слившись с ним, ты не... Значит, что ты теперь будешь пассивный. Пастор, я ничего не делаю, я только с Господом общаюсь с ним. Нет, но только твое служение ему будет отличаться от религиозной деятельности Марф. Как? А мы видим эту историю. Она взяла сосуд с драгоценным мира на 300 динариев. Мы во время Страстной недели как раз разбирали, что это как раз все, что было, девушка скапливала для свадьбы. Это годовая зарплата, которую платили в то время. Вот она накопила... 300 динариев. Все свое приданное, все свое состояние.
И вдруг в один момент она разбивает сосуд, смотрите, и изливает это драгоценное мира на Иисуса. То, что она разбила сосуд, это, об этом другие евангелисты упоминают. И выливает это на Иисуса. Там, где понимали, зачем она это делает. Ну ладно, служи Господу, ну сегодня капля. Через неделю, в следующее воскресенье еще капля. Ну как-то надо экономить. Ну не до фанатизма. Ты уж как бы, знаешь, молись, но на Бога надейся, а? Сам-то давай, не плашай. Живи умом своим. Не доходи до безумия. Посидел здесь пару часиков, послушал, пошел домой, живи спокойно своей жизнью. А тут ломается суд. Все, что у нее есть, в один момент выливает на Иисуса. Всех шок. Зачем столько ему? Понимаете, те, кто просто религиозно служит Богу, им никогда не понять того, кто полностью отдан ему и в его руках. Для него это кажется чем-то странным, безумным. И они начинают придумывать, слушай, ну можно было бы это продать, раздать нищим. То есть, конечно, как бы, ну не то, что я вот такой, знаешь, о себе думаю, я о других думаю. Я не то, что пытаюсь оправдать себя, я думаю о нуждающихся. Иисус опять показывает, что самое главное, что есть в нашей жизни, это Он. И когда Иуда говорит, можно было за 300 динариев продать, когда начинаешь уже оценивать как-то, знаете, цену 300 динариев, так в конце концов дойдешь и до 30 серебряников, если предложат. Ведь каждый из них мог чему-то научиться, в том числе и Иуда. Но не научился, потому что у него в голове были сплошные расчеты. Как часто у нас происходит в разуме. Вот эти сплошные расчеты. И мы не понимаем, как это так жить для Иисуса, как это так открыться для Него, как это так Он проявляет Себя через меня. Ну как это так? Слишком. К чему сия трата? Слишком дорого. Слишком дорого. Но это есть настоящее служение. Когда весь дом наполняется миром. Такое не будет от служения Марф, только когда Мария начинает действовать. Когда атмосфера вокруг наполняется ароматом Царства Божьего. Вот этим благоуханием Царства Божьего. И Библия говорит, что в духовном мире есть запахи. Есть смертоносные запахи, а есть живительные запахи. Твоя жизнь, что распространяет вокруг себя? Реальность этого только когда ты слышишь слова Иисуса и воспринимаешь их и исполняешь их, а не просто учишься там чему-то, знаешь много о чем-то, но с Ним так и не встречаешься. И когда мы слишком-слишком заняты, и у нас слишком много дел, потому что, извини, пастор, время сегодня сложное, напряженное, кризис на дворе. Он как все, в экономике-то быстро меняются. Вон у нас сколько там, сейчас по статистике, чуть ли не каждый день в России куча фирм закрываются, людей увольняют, а ты тут нам такое рассказываешь, ты нам расскажи, как бы нас Бог благословил, чтобы работу хорошую получить, устроиться. Это что, плохо? Да нет, неплохо. Только какую бы ты работу ни получил, и какую бы зарплату ты себе там не истребовал, не выпросил, никогда не будет достаточно. Наша жизнь и счастье в жизни, блаженство, оно заключено совсем в других вещах, что для окружающего мира кажется безумием. Мир будет принимать религию. Религия для него всегда своя. Потому что религия – это обычная часть этого мира. Но духовная жизнь для мира всегда кажется ненормальной и безумной. Потому что мир не может ее осознать. Она всегда далека от него. Он не может ее понять. Это другая субстанция. И чтобы оказаться в этой духовной жизни, нужно поклоняться в духе и в истине. В духе
и в истине. Ибо только соединяющийся с Господом становится одним духом с Ним, нашим сердцем. Когда ты останавливаешься и просто сидишь у Его ног, не только на выездах, но каждый день я хочу духовную реальность. Каждый день я нуждаюсь в Господе. Каждый день я хочу знать Его не через кого-то, не через чьи-то книги, не через чьи-то проповеди, не через чьи-то рассказы, как Он там с Духом Святым встретился или с Иисусом увидал там где-то. Я хочу иметь личное свое, может быть, маленькое, может быть, не такое грандиозное, но свое личное духовное переживание, личную духовную жизнь. Я хочу иметь это. Это и есть быть рожденным свыше человеком, рожденным заново. Словно твоя новая жизнь ничего не имеет общего с той, с твоей старой жизнью. Потому что ты хоть и продолжаешь жить в этом теле, в этой плоти, но живешь уже иным, неземным, горним, небесным. Горним и небесным. И у Зинаиды Миркиной, одна из таких удивительных женщин, супруга Григория Померанца, который сейчас уже ушел в вечность. Так вот, она свои духовные переживания, женщины любят, как вот Светлана Предко, духовные переживания облекать в стихи. У нее такие есть строки. «Что делаю? Да ничего. Впиваю Бога моего. Пью этот световой настой. Вдыхаю сердцем Дух Святой. О, если б я сказать сумела, что в мире нет важнее дела, чем это, если б я смогла сказать, как мелки все дела без этого, все наши битвы без этой истинной молитвы проиграны, хоть гром побед сопровождал их сотни лет, что делаем? О, Боже мой, учусь Твоей любви немой, учусь Тебе, о, научи, чтобы из глаз текли лучи, чтобы из слов струился свет, заливший весь позор побед. Так трудно остановиться. Что делают? Да ничего. Чем ты занимаешься? Сижу у ног. Чем? У ног Иисуса сижу. С ума сошел? Надо дело делать. Уверишь ты во Христа? Так давай бегай, давай осуществляй, там. Вот и бегаем. Вот и суетимся. Превратив церковь в обычную часть этого самого мира со страстями, грехами, нечистотой. А ведь Бог прежде всего видел церковь как тело свое, не организацию, а организм. Тело, где все едино, где глава Христос, а ты какой-то часть. Кто-то рука, кто-то палец, кто-то нога, кто-то глаз. Но все мы едины с главой, невидимыми этими внутренними сосудами. И мы чувствуем единство с Ним в духе и единство друг с другом в духе. И в конце я хочу еще одну небольшую цитату прочитать из воспоминаний Славы Курилова. «Однажды, сидя на берегу, я долго вслушивался, и шум прибоя, незаметно я выпал из времени. Мне казалось, что я сижу здесь уже давно, так давно, что не помнил сам, когда и как здесь оказался. Постепенно вся окружающая природа преобразилась». Вот на самом деле, знаете, когда Бог приходит, Его присутствие, такое чувство, что ты видишь все как будто в первый раз, краски меняются. Вот то, что Светлана Предко рассказывала, вот лежишь на берегу этого озера, и вдруг Его присутствие, и все как будто по-новому. «Я не узнал свою бухту, скалы, море, все это я видел как будто впервые, и все это было сказочно красивым. Я снова и снова всматривался в окружающее,
Оно не поддавалось запоминанию и каждый раз открывалось непривычным и прекрасным. Я вдруг явственно ощутил чье-то присутствие. Море стало одушевленным, и я почувствовал, как оно смотрит на меня. Это было точное ощущение, которое невозможно определить иначе. Море смотрело на меня из глубины всей своей массой, гребнями волн, кусками пены на песке, мельчайшими каплями на камнях. Присутствие чего-то одушевленного не было пугающим. Чувство любви затопило все мое существо. Я не мог оторвать глаз от моря, я боялся шелохнуться. Я слышал какой-то призыв из глубины и ощущал, как море втягивает мою душу. Все это происходило со мной. Все, что происходило со мной, было и необычным, и в то же время совершенно реальным. Мое сознание оставалось по-прежнему ясным. Мне казалось, что я стал обладать новым, недоступными ранее чувствами. Они протянулись в какие-то иные сферы жизни. С того вечера во мне что-то изменилось. Я часами мог сидеть у моря в одиночестве, слушать, вдыхать, постепенно удивляться и восхищаться, затихать в его присутствии и доверять ему всем сердцем. Я чувствовал, что навсегда связан с ним какими-то сокровенными узами. Вот там, где ты находишься, там Бог, его присутствие. Не случайно, вы знаете, величие Бога, оно особенно явно чувствуется или в горах, или на берегу моря, или океана, когда ты оказываешься вот на берегу вот этой водной стихии. Не видишь конца края. Словно что-то такое безграничное, безбрежное. Но если у самого большого океана все равно есть некие границы, то Бог – это такой океан, который вообще границ не имеет. И ты слышишь плеск этих небесных волн, духовных волн, и понимаешь, если ты настроишься на его волну, ты можешь услышать, не физическими ушами, своим сердцем. Ты можешь увидеть, но не этими глазами. Этими глазами, говорит Библия, Бога не видел никто никогда. Масло, вода. Но ты можешь услышать и увидеть сердцем своим. Поэтому Иисус и говорил, имеющий уши, да слышит. Можно иметь уши и не слышать ничего. Вот его величие, его реальность, его безграничность. И тогда ты продолжишь делать либо то, что ты уже делаешь, либо, может быть, какие-то новые вещи. Но твоя работа будет отличаться от того, что ты делал раньше. Это уже будет не суета-сует, не жизнь в беготне за иллюзорными целями, ценностями, с раздражением, агрессией, обидой и попытками, не меняя свою жизнь, так приспособить к себе Писание, чтобы не чувствовать угрызения совести при этом. Ты понимаешь, ты не приспосабливаешь Библию под себя. Твоя жизнь преображается. Как небеса отражаются в глади озера, так словно Он начинает отображаться в тебе. Не случайно апостол Павел написал, мы же все открытым лицом, как в зеркале, преображаясь в славу Господню. Преображаясь, как в зеркале, слава преображает тебя. И ты вроде бы такой же человек, остаешься с руками, ногами, головой, но ты уже другой человек. Какой? Рожденный свыше. Рожденный заново. И это намного больше, чем религиозный обряд, ритуал. Это пробуждение духа, пробуждение сердца. Ты словно очнулся от сна. И понимаешь, вот за всем этим видимым, что окружает тебя, есть совершенно иная реальность. Это и есть настоящая реальность. А это видимое временно, а та невидимая вечная реальность. И ты принадлежишь этой невидимой вечной реальности.
И ты живешь не просто, знаешь, надеждой на будущее. Мне очень нравятся строки Бориса Борисовича Гребенщикова. Я не знаю, откуда я, не знаю, куда я иду. Когда при мне говорят, все будет хорошо, я не знаю, что они имеют в виду. Знаете, я тоже не люблю, когда говорят, все будет хорошо. Вот у нас, знаете, все хорошо в будущем. Ничего, потерпи, все будет хорошо. Давай, соберись, все будет хорошо. И у нас всегда хорошо когда-то в завтра, в будущем. А хорошо в будущем, оно всегда будет в будущем и никогда не станет реальностью. И Библия говорит, вот теперь время благоприятное. Нам не нужно даже ждать очередного молитвенного выезда, очередной конференции, очередного ночного молитвенного собрания. Вот теперь время благоприятное. Не будет хорошо. Сейчас должно быть хорошо. Если тебе сейчас нехорошо, хорошо не будет. И Бог дал нам все для жизни и благочестия. Бог дал нам все, чтобы нам сейчас, здесь и сейчас было хорошо. Чтобы мы насладились силой этого настоящего момента. Вот наша жизнь, как поется в песне. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. А у нас либо мы что-то думаем, ой, там у меня было, у меня было, у меня, а у меня будет, у меня, и вот у нас, вот мы было, будет, да было, будет, их нет, это в твоем уме все. У тебя есть только сейчас. Вот он, вход в настоящее. И когда ты войдешь в это сейчас, когда ты осознаешь, вот она жизнь, здесь, сейчас. Ты встретишься с тем, кто вне времени, великим бытием от века и до века. Он Бог, великий, чудный и всемогущий. И это принадлежит каждому, не особо избранным, отмеченным, каждому. Поэтому Иисус говорил, ищите Царство Божие, и все остальное приложится вам. Вот к чему должны мы стремиться. Царство Божье. Всем сердцем, всей душой. То царство, которое Павел называет горнее, а не земное. Да, мы остаемся на земле, пока Бог нам дает еще определенное количество лет. Но мы, живя на земле, живем иными ценностями, ценностями неба. Живем горнем, которое для нас реальнее всего видимого.